Химках на базе школы «Лидер» прошла муниципальная конференция учителей и воспитателей «Вектор развития образования. Вызовы, тренды и перспективы». В городском округе Химки сегодня стартовал традиционный августовский педагогический совет. Это сообщество наших педагогических работников, которые подводят итоги предыдущего учебного года и дают старт будущему учебному году. На совещании обсудили нововведения и определили приоритетные задачи образования. Педагоги на различных тематических площадках делились опытом, обсуждали вопросы профильных классов. В мероприятии приняла участие депутат Государственной Думы Ирина Роднина. Но потом, поверьте, даже если не сказали вам лицо, не сказали вам сразу, поверьте, каждый проходит много времени, всегда вспоминает. Кто изменил твою жизнь, кто поменял твое отношение к какому-то предмету, кто помог тебе сделать выбор будущей профессии. Ирина Роднина рассказала о своей депутатской работе в составе фракции «Единая Россия» в контексте реализации народной программы. Также депутат Государственной Думы отметила, что за 10 лет при поддержке губернатора Московской области в Химках построили 15 новых школ и 37 детских садов. В завершение мероприятия лучших педагогов в Химках наградили благодарственными письмами. Ранее на форуме педагогов Подмосковья 2023 опубликовали рейтинг лучших школ, гимназий и лицеев региона, в который вошли 16 образовательных учреждений из Химок. Елена Тараненко, Дмитрий Бочаров, новости Химки ТВ.